Здравствуйте, друзья мои! С вами Марина, канал Орхидушки и мы. Сегодня я забыла вам рассказать еще об одном чудо-средстве. Поэтому снимаю еще одно видео. И одним махом хочу объяснить одной девочке, которая спорила со мной по поводу обрезания цветоносов на фаленопсисах. Вот посмотрите, вот это маленькое чудо. Это фаленопсис легата. Это подросток. Вот в прошлом году он цвел своим первым цветением. Вот его цветонос. Видите? Здесь было всего 3 цветочка. Вот я его не обрезала. А надо было срезать его вот здесь. Вот так вот срезать до вот этой почки. А я вот не обрезала, оставила. И что имею? А имею я то, что он продолжил свой цветонос и зацвел одним единственным цветочком. Вот скажите, оно мне надо? Одиночное цветение на фаленопсисе, который цветет обычно гроздью. Ну вот оно надо, один цветочек. Нет, конечно. А это растение тратит силы на один цветочек. Ну благо он выпустил еще один цветонос. Вот он. Здесь будут еще цветочки. Ну вот это успокаивает. А так обычно, вот если не обрезать ему макушку процвевшую, он может продолжать дальше выпускать почку 2 и зацвести одним-двумя цветочками. Но я лично считаю, ну что этого того не стоит. Лучше обрезать и пусть тогда вот с боковой почки выпустит дополнительную стрелу, и на ней будет несколько цветов. Зачем же мне нужен один цветочек? Вот это ответ на вопрос, для чего я обрезаю макушки на цветоносах. И еще хочу вам показать вот такое вот прекрасное чудо фаленопсис. Он называется Green Pixel. Очень красивый цветок. Он только начинает распускаться, поэтому вам его и показываю. Вот просто обратите внимание на его цвет. Он ярко-салатного цвета. В распуске ярко-салатного цвета. А вот когда он полностью раскроется, и раскроется еще бутон, он будет бледно-бледно-желтого, такого вот молочного практически цвета. Вот разве это не чудо, когда орхидея меняет окрас своих цветов во время цветения? Мне лично это нравится. Вот у него сейчас вот ярко-желтая губа, а сам он абсолютно салатного цвета. Вот такое вот чудо. Ну а теперь давайте о том рецепте, который я забыла вам с вами, вместе о том рецепте, которым я забыла с вами поделиться. Этот рецепт я совершенно случайно нашла в интернете. Что хочу предложить сделать и вам. Просто наберите вот в ютубе препарат HB1 своими руками. Там тоже милая женщина делится своим рецептом HB1. Все знают, что это очень дорогой препарат. Да и вот я бы его и купила за те деньги, которые его продают, вот если бы его продавали в моей местности. Но в своей местности я его не встречала. Это очень хороший стимулятор роста. О нем очень хорошие отзывы. Я много читала отзывов. Сама не пробовала, поэтому не могу вам ничего сказать сама. Но люди отзываются об этом препарате очень хорошо. Так вот, одна милая женщина этот препарат, подобие этого препарата, делает своими руками.
Найдите, пожалуйста, в интернете и посмотрите ее видеоролик. Может быть, кого-то заинтересует. Меня лично заинтересовал. И весной, когда пойдут в рост хвойные деревья, я обязательно попробую его сделать. А рецепт ее прост. Но это для ленивых, кто не хочет искать, я просто его перескажу. Значит, берете веточки молодой хвои. Можно одни иголочки, можно прямо с веточками. Режете, плотно утрамбовываете в банку. И заливаете спиртом. Она заливала водкой. Как она сказала, что нужно утрамбовать очень плотно в банку. Ну, если у вас не получилось, к примеру, бутылки водки не хватило хорошо покрыть эту хвою. Она сказала, что можно залить горячей водой. Значит, и потом вы эту настойку настаиваете дней 30-45 в темном месте. Но это я уже от себя добавляю, как все настойки, их нужно время от времени взбалтывать. А затем берете еще такой препарат, как бор, или она показывала бора плюс. И из расчета, допустим, ну вот если вы берете 1,5-литровую бутылку воды, значит, в эту 1,5-литровую воды вы добавляете ну вот, крышечку 1,5 от этой пластиковой бутылки вот этого своего настоя. И пользуйтесь. Не пробовала, не могу сказать вам своих отзывов. Но рецепт ее мне очень интересен. И весной я обязательно попробую сделать этот раствор HB101 своими руками. А вы смотрите сами. Понравилось, заинтересовались, попробуйте и вы. А вот весной поделимся своим опытом, своими наблюдениями. Так ли он хорош, как рассказывает эта женщина. На этом все. Супы, борщи пока окончены. До новых встреч, друзья. Пишите, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. И будем вместе с вами, делясь своим опытом, выращивать вот такие вот прекрасные орхидеи. Ну, Green Pixel — это просто что-то. Такой салатновый, ну прямо как лимон. Пока-пока.